Игра возобновлена. Зададим им жару! Ложись! Закат через 30 секунд. Выкладывай! Слушаю тебя! Меня на всех хватит! Говори! Зададим им жару! Время действовать! Смотрите в оба, скоро они полезут со всех сторон. Зададим им жару! Ложись! Месторождение минералов выработано. Поехала. Кого подлатать? Есть работёк. А! Чего пугаешь? Кого подлатать? Вооружен и опасен! Кому навешать? Жду не дождусь! Леспяновый гейзер иссяк. Свистни. Больше действия! Что скажешь, босс? Месторождение минералов выработано. База атакована. Что стряслось? Уйди! Ты
30 секунд. Чего пугаешь? Точняк! Есть работенка! О да! Черт бы меня побрал! Теперь наша очередь убивать! Кому навешать? Будет сделано! Круто! Превосходно! Вас понял! Отлично! Выполняю! Приказ получен. Понятно. Как скажешь. Точняк. Почему бы и нет? Так точно, сэр. В этом поселении больше нет зараженных зданий. Приказ получен! Конечно! Гнезда? Нужно уничтожить его. Что за спешка? Этих монстров стало гораздо меньше. Вы отлично поработали. Да. Так точно, сэр! Прочь с дороги! Давно бы так! Как скажешь! Почему бы и нет? Go, Mark!
Джим, этих монстров стало гораздо меньше. Вы отлично поработали. Так точно, сэр! Конечно! Все понятно. Превосходно! Так точно! Больше нет зараженных зданий. Конечно! Круто! Так точно! Меня на всех хватит. Закат через 30 секунд. Что еще? Пошло, поехало. Смотрите оба, скоро они полезут со всех сторон. Теряем время.
База атакована. Зададим им жару! Зараженные морпехи? Нет, что ты, Джимми! Я совершенно спокоен. Зададим им жару! Вооружен и опасен! Дадим им жару! Рассвет через 30 секунд. Атакована. Что это за существо? Оно раньше было человеком? Что стряслось? В кого стрелять? База атакована. Ищите зараженные участки и зачищайте их. Кого подлатать? Как скажешь. Хватит прохлаждаться! В кого стрелять? Доктора вызывали? Кому навешать? Что за спешка? Так точно, сэр! Как скажешь! Окей! Доктора вызывали? В
кого стрелять? Монстров стало гораздо меньше. Вы отлично поработали. Поселение чистое. Молодцы. Идем дальше. Вас понял.
будет сделано! Прочь с дороги! Все понятно! Круто! Закат через 30 секунд. Я готов. А? Что у тебя на уме? Коварно. С удовольствием. Отлично. Вот это мне нравится. Ого, ты смотри, какие лютые. Может, все-таки пересидим ночь на базе? Эти твари могут вылезти в любую минуту. Возвращаемся на базу. Месторождение минералов выработано. Отлично. Джимми, ты лезешь прямо в осиное гнездо. С удовольствием. База атакована. База атакована. Я вляпался. Победа наша. Я вляпался. Жду. Джим, этих монстров стало гораздо меньше. Вы отлично поработали. Ой, стрим. Коварно. База атакована. Вас понял. Атакована.
Значение минералов выработано. Кому навешать? База атакована. Как скажешь? Почти все. Сканеры показывают незначительное количество биосигналов зергов. Я отмечу их расположение на карте. Вешать. Почему бы и нет? Я вляпался! База атакована. Рассвет через 30 секунд. База атакована. Мы же за ночь положили добрую 1000 этих выродков. Их должно было остаться всего ничего. Месторождение минералов выработано. Что стряслось? Вы справились. Я знала, что вы нас не подведете. Теперь нужно найти убежище для моих людей. Это будет непросто, дорогая. Весь сектор кишит зергами. Должно же где-то быть место, не тронутое пришельцами. Райский уголок, готовый приютить нас.
Спасибо за то, что остаетесь с нами. Кейт Локвелл находится на корабле беженцев Skinner 2 на орбите Майнхофа. Донни, беженцы понесли неисчислимые потери. Они грузятся на корабли и отправляются к центральным мирам, ища спасения. Многие из них не долетят. Людям отчаянно не хватает пищи, воды и надежды. Кейт, мы обсудим спасательную операцию Доминиона в отдельном выпуске. Среди беженцев ходят разговоры о спасении, но в основном они возлагают надежды на полувоенные группировки и отряды повстанцев, такие как рейдеры Рейна. Отличный репортаж, Кейт. Это был прямой эфир с корабля беженцев на орбите Майнхофа, планеты с нетерпением ждущей возвращения Доминиона. Далее в программе «Вермиллион комментариев». Обсуждение темы «Беженцы. Наша ли это проблема?» Ты само милосердие, Донни. Даже не думал, что когда-нибудь вернусь на Майнхоф. Ох, сколько наших надорвалось на этих карьерах. Килмарийцы выжимали из нас все соки. Тогда мы подняли восстание. Это не могло больше продолжаться. Понимаю. Иногда нужно показать, что с тобой должны считаться. Не знаю. За нами правда. За ними винтовки Гаусса и боевые роботы. Ребята гибли ни за что. Если бы ты тогда не появился... Твои люди заплатили за свободу собственной кровью. А мы с Мэттом, мы были рады помочь. Как тебе, доктор Хэнсон? Просто куколка. Сладкая, как мед. По крайней мере, хочет такой казаться. Думаешь, она что-то скрывает? А ты не задумывался, почему зерги так набросились на ее колонию? Им от нее что-то надо. Ложечку меда, не иначе. Маленькие пчелки. Да, что такое? Кстати, вы дракон мой не видели? Красный такой.
Ну что, Ариэль, вы уже нашли подходящую планету для своих людей? Да. Она называется Гавань и пока никем не занята. Правда, она находится на границе протосского сектора, но кажется вполне безопасной. То, что нужно. Вашим людям не помешает на некоторое время залечь на дно. А вам не приходило в голову, что колонисты могут быть заражены? Как вы можете даже предполагать такое? Все абсолютно здоровы. Очень надеюсь на это, Ариэль. Если возникнет угроза эпидемии, протосы не станут церемониться. На всякий случай подумайте о разработке вакцины против вируса зергов. Традиционная медицина здесь бессильна. Вирус слишком быстро мутирует. Но я посмотрю, что можно сделать. Сделайте то, что вам под силу. Это все, о чем я вас прошу. Керриган научилась новым фокусам. Эта эпидемия на Майнхофе оказалась очень... заразной. Это самое страшное, что может случиться. Личность гибнет, и человек превращается в безмозглую тварь. Если хоть один из колонистов, переселившихся на гавань, заражен... Знаю. Протосы не заставят себя долго ждать. И все же я надеюсь на нашу давнюю дружбу. Если протосы прилетят на гавань, я попробую поговорить с ними. Нужно доставить еще один артефакт с мертвой планеты Ксил. Они уже посылали за ним команду специалистов, но пару дней назад те перестали выходить на связь. Думаю, им просто не повезло. Но мы все равно выбьем себе прибавку за вредность. Нам пока что не удалось получить доступ к данным, записанным адъютантом Старсониса. Однако у нас есть один знакомый эксперт по взлому кодов Конфедерации – полковник Орлан. По нашим данным, Орлан до сих пор базируется в притоне наемников в Мертвецком порту. Ненадежный тип, но он единственный, кто сможет взломать этот код. Протосы добывают на Белшире редкий газ, который они называют «дыханием жизни». Они считают, что этот газ им дарован богами. Мы называем его тирозином. Если знать покупателей, этот газ можно толкнуть за целое состояние. Конечно, протосы перережут нам глотки за посягательство на свою святыню, но, по крайней мере, попытаются. Вот, смотри. Выглядит симпатичнее Редстоуна, правда? Обычно я стараюсь избегать стычек с протосами, если это возможно. Это не простые протосы. Это секта фанатиков, называющих себя Талдарим. Они верят в то, что Тирозин — священный дар Зелнага. Если протосы вызовут воздушный флот, они раздавят нас, как тараканов. Свон, загрузи-ка новые чертежи в базу данных арсенала и наладь производство голиафов. Если их противовоздушные орудия так же хороши, как раньше, то мы продержимся. Ладно, ковбой, сделай. Будут тебе голиафы. Как мы доберемся до Тирозина? Видишь алтари? Мистики из секты Талдарим используют их для добычи Тирозина. Подходи и добери канистры. Наши КСМ смогут донести канистры до базы. Но нужно будет защищать их от нападения. Если повезет, мы сможем улететь с добычей прежде, чем нас обнаружат Талдаримы. Ладно, приступим. Что происходит?
Есть! Есть работенка! Вот координаты мест добычи террозина, брат. Надеюсь, это немного облегчит тебе жизнь. Наши КСМ могут перевозить канистры с террозином. Вот только чтобы отсоединить их, потребуется некоторое время. Так что не оставляй КСМ рядом с алтарями без присмотра. КСМ готов! Кого подлатать? КСМ готов. Точняк. Давай, удиви меня! Как скажешь! СМ готов! Пристройка завершена. Ага. Система функционирует. Входящее сообщение. Эта планета была священной землей Талдарим задолго до того, как тираны проложили путь к звездам. Немедленно убирайтесь прочь. Погоди, не горячись. Нам всего лишь нужно немного газа. Ты обернуться не успеешь, а нас уже и след простыл. Мы не позволим вам осквернить дыхание жизни. Воины, покарайте всех, кто осмелится прикоснуться к алтарям. Протосы приводят войска в боевую готовность. Судя по всему, они попытаются уничтожить наши КСМ во время сбора террозина. Предлагаю собрать мощный отряд и обходить алтари по одному. Внимание! Талдарим запечатывают алтарь с террозином. Приехали. Они запечатывают алтари, чтобы мы не могли добраться до газа. Нужно пошевеливаться, иначе мы не сможем добыть достаточно террозина. Режим готов! Что за спешка? Почему бы и нет?
Молодняк! Недостаточно минералов. КСМ готов! Внимание! Талдарим запечатывают алтарь стирозином. Интеллектом! КСМ готов! Требуется помощь. Доктора вызывали? КСМ готов! Что происходит? Ну да, конечно. Улучшение завершено. КСМ готов! Доктора вызывали? Давай, удиви меня! КСМ готов! Я уже заждался! КСМ готов! Выкладывай! Водишь ты! КСМ готов! Кого подлатать? Доктора вызывали? КСМ готов! КСМ готов! Есть работенка! КСМ готов! Внимание! Талдарим запечатывают алтарь стирозином. Приказы будут!
Еще одна. Лев на связи. Требуется помощь. Так точно, сэр. Улучшение завершено. Отлично. Глеб на связи. А! Чего пугаешь? На связи. Эй! Смерть на пороге. Внимание! Талдарим запечатывают алтарь стерозином. Кому навешать? Выполняю! Что стряслось? Нас тут выносят! Смерть на пороге! Дадим им жару! Конечно! Ага! Я вляпался! Требуется помощь! Понятно! Еще бы! Игра приостановлена.